Мария, сюда посмотри. По машинам рукой. Ну так прям сильно не маши, просто так помаши такое. Угу. Дарья, потихонечку давай снимай. Вот тебя снимать. Давай меня снимай. Снимается? О, здравствуйте! Сегодня мы будем запускать дрон. Чуть-чуть ниже камеру опусти. Еще, еще. Сама туда не смотри. Так, все, да. На меня посмотри. Отлично, отлично. Салон красоты? А что, как он называется, салон красоты? Салон красоты. Логично. У него есть название? Салон красоты называется салон красоты. Салон красоты и все, да? Да. Я там не ходила. Куда что? Кто у вас преподаватель сейчас на английском языке? Мисс Асия. Мисс Асия? Она хорошо преподает? Да. А вчера кто был преподаватель? Пока. Вчера не было, а вчера была другая учительница. Другая учительница была? Ясно. Ну, помаши учительнице рукой. Все, выйдем, да. Ну, отлично. Все прекрасно. Говори, если я буду играть в Майнкрафт, а Ташка сломай мой телефон, давай, говори. Чё? Говори. Если я буду играть в Майнкрафт, компьютерную игру. Если я буду тебе придется играть... папин телефон сломать, а не Софии. У Софии сломан телефон, она в папином телефоне играет. Да. Это же ты папиный телефон сломаешь. Ну ты говори, если я буду играть в Майнкрафт. София, ну это я... куда ходить? Наташка, сломай мой телефон, говори. Молотком. Папиный.
У меня телефон все равно сломанный. Я в папином играю. Ну, значит, папин, который сейчас на руках? Да. Да ты что? Ага. И он тебе разрешает в Майнкрафт играть? Да. Потом вот от него. А как он говорит? Почему он разрешает? Это же очень вредная игра. Там учишься делать дома. Чему учишься делать? Дома какие-то? Ага. Там можно. Ты, папа, видел бы, какие Марин там постройки делает? Она очень красиво строит. Дарья, как ты считаешь, играть в компьютерную игру постоянно... Человек, что с ним будет? Он поумнеет или поуглупеет от этой игры? Ну, вот одну игру постоянно и в Ютубе смотреть, и играть, и вот постоянно этот ваш Майнкрафт. Что будет? Свое мнение просто скажи. А я Дашка хочу сказать. Давай. Короче, есть игры на логику, есть обычные игры, которые... Ну, есть разные игры. Есть игры на логику, которые развивают твой ум. Есть игры разного вида. И ты говоришь, что все игры ужасные. Как это объяснить? Шахматы ужасны, что ли? Самая бесполезная игра – это шахматы. Люди сутками играют и теряют время.